Всем привет, друзья. Включу свой фонарик. Боня, привет. Ребята, сделали Боне новое корыто. Прям большое-большое. Вот папа возмущался, что она не может с того маленького, который был там, есть. Ей неудобно, прям сделали громадные. Хорошее, как это получилось. Да, тебе нравится? Еще месяцок она здесь побудет и будет переезжать. Она сюда, а детвора сюда. Да? Минуты. Машин. Непонятно, ребят, покрыто она, не покрыто. Уже отломала. Делали из деревяшки. И чтобы она там вот в корме у нее есть. Вот этот самый. Вылетело слово из головы. Буряк. Свекла. И она вон выгребает с корыта, и туда она падает, она уже оттуда его не достает. Ну, все. Зашили вот тут уголочек, но она прошло час, и она отломала. Затем непонятно. По размерам ее гляньте. Свинка широченная. Если она супоросная, то очень хорошо. Видите, животик появляется. Ну как для срока, то маловато. Максимум, если она супоросль, то это месяц. Чуть больше. Это с первого дня, считая, как она уехала к жениху. Была она там месяц. Ну и вот так вот. На прошлой неделе приехала. Ну да, максимум, если покрыто, прям в день приезда, то месяц. Опилки у меня тоже уже кончаются. Надо будет звонить. Если или нету. Не хватает корыта одного. Эти все три больше и самая меньшая девочки, и не хватает отделения. Это не страшно, ребят, сейчас они поедят, кто-то пойдет ляжет, ну, настанет и спокойно поесть. Зрительно просто кажется, что все едят, а ей не дают. Хотя у меня есть свободные корыта, можно им и продлить. Но в этом смысла большого нет, потому что через месяц сюда приедет Боня. Вот видите, одна она отошла, и там можете пристать и поесть. Пузатенькие все хорошие.
Маш. Машунька. Не хочет поворачиваться. Нет. Боня. Боня. Ты суп красный или нет? Ну, пузо есть. Тоже была сегодня генеральная уборочка, повычищали все. Опилок насыпали. Видите, теперь тут, точнее, та девочка поменьше стоит, ест, а эта стоит, ждет, пока кто-то отойдет. Скандала вроде бы нет, но ушки у нее немножко погрызены. Но это нормально, когда свиньи содержатся вместе. Все равно какие-то разногласия бывают. Маша, что, Маша? Что? Зачем поломала? Только прикрутили. Зачем, а? Сделали тебе все красиво, аккуратно. Зачем поломала? Зачем? Не знаешь? А кто знает? Просто захотелось поломать, да? Ты справилась, Боня. Вот и все. Скажи, чистота и порядок, да? Хорошая корыта, только мало насыпаете, да? Свинка, если суп красный, то аппетит хороший, есть хорошо. Так, ну все, ребят. Корыто сделали. Так что все хорошо. Все. Всем спасибо за внимание. Всем удачки. И всем пока.